Вот уже больше 20 лет на территории комбината благоустройства находится вот это вот неприметное здание. В нем располагается приемник для безнадзорных животных. Живут в нем собаки и кошки. И в нашем новом проекте «Ищу хозяина» мы хотим найти им новых ответственных владельцев. И поможет нам в этом Инга Анисина, волонтер общественной организации «Зато верный друг». Инга, добрый день. Добрый день. Кто будет наш первый подопечный? Первый нашей подопечной будет Лаки. Привет. Наша Лакуша-Ласкуша. Сколько Лаки лет? Лаки сейчас около года. Прошлым летом она попала в отлов и попала в приемник. Надо сказать, что многие люди воспринимают отлов как некое зло, что это плохо для собаки попасть в отлов. А Лаки повезло, что она попала в отлов. Дело в том, что она попала с обеими перебитыми задними лапами. Ничего себе. Вот. Она с трудом могла двигаться, и на улице с перебитыми задними лапами она бы не выжила. Скорее всего, она попала под машину. Волонтеры и сотрудники приемника показали Лаки врачу, собрали денег на лечение. В клинике собаки сделали две операции по остеосинтезу обеих бедренных костей, и Лаки стала ходить. Чуть-чуть прихрамывает только, а так она полностью здоровая и очень общительная, ласковая собака. А как вы считаете, кому она может подойти? Лаки может подойти и в квартиру, и в частный дом. Она семейная собака, она абсолютно не агрессивная, очень ласковая и общительная. Но это вот ее максимальный размер, она больше не вырастет? Нет, конечно, ей уже год, она, конечно, уже абсолютно больше не вырастет. Лаки привита, стерилизована. Лаки привита и стерилизована. То есть вообще никаких проблем не будет? Она вообще полностью готова к, так сказать, переезду в новый дом к хозяевам. А как вы считаете, в семью с детьми можно ее взять? Да, если дети будут ответственно относиться к собаке, не обижать ее, не дергать за хвост. А с другими животными как она? Она хорошо другими животными, она дружит со своим соседом по вольеру. Посмотрите внимательно эту псину, смотрите, какая она классная. Приходите в приемник, забирайте. Лаки ждет своих будущих хозяев в приемнике для безнадзорных животных на Зернова 24А. Подробнее узнать о том, как забрать собаку, можно по телефону 6 12 10 или в группе «Приемник для животных. Зато верный друг. Город Саров ВКонтакте».